Иванова в черном списке. Эксперты Общероссийского народного фронта совместно с Минприроды России подготовили экологический рейтинг российских городов 2017. Экологический список формируют ежегодно, начиная с 2013 года, чтобы ценить деятельность властей по обеспечению благоприятной окружающей среды и высокого качества жизни для россиян. Наш город оказался в хвосте рейтинга. У нас есть одна из таких территорий, Иваново, которую мы приводим все-таки с минусом, которая не дала нам в начале никаких данных. А по данным Общероссийского народного фронта, мы там еще обжаловали и территориальную схему обращения с отходами. Спасибо. Рейтинг был сформирован на основании докладов муниципалитетов и экспертной оценки. Всего в списке 103 города. 30 муниципальных образований, включая Иваново, не предоставили информацию об экологическом состоянии своего населенного пункта и автоматически попали в черный список, поделив 70-е место в рейтинге. Мы считаем, что муниципалитеты данных городов намеренно скрывают информацию об экологическом состоянии данных городов, что является нарушением прав граждан на экологическую информацию. И по каждому из этих городов мы отдельно направим обращение в Генеральную прокуратуру для того, чтобы были применены соответствующие статьи КУАП к сокрытию экологической информации. Почему ивановские чиновники не предоставили информацию Народному фронту, пока остается загадкой. Теперь эксперты ОНФ обратятся в надзорные органы с целью провести проверку экологического состояния городов, которые продемонстрировали низкие показатели. Мария Попова, Антон Осипов, РТВ Иваново.